Из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП и на улице Шамиля Усманова. Однако то, что это не основная причина аварии, дорожные инспекторы выяснили довольно быстро. Почуяв запах спиртного одного из водителей, они предположили, что мужчина сел за руль, будучи нетрезвым, и предложили ему пройти тест на алкоголь. О его результатах знает Айрат Назипов. Тебе это интересно, что ли? Ваше мнение узнать. Мое мнение, очень плохое мнение, что я виноват, да, я виноват. Учитывая, какие повреждения получил Дэйл Некси, можно предположить, что в момент столкновения скорость движения автомобиля была немаленькой. Водитель BMW, чья машина, по крайней мере, внешне пострадала не сильно, рассказал, что остановился возле пешеходного перехода из-за пробки. Вскоре в его автомобиль влетела узбекская иномарка. Водитель последний сказал, что просто не заметил стоящую машину. А как вообще не заметил эту машину? Не заметил, все. А вы употребляли алкоголь сегодня, нет? Нет. Впрочем, такому ответу не поверили автоинспекторы. Мужчина, на их профессиональный взгляд, вел себя странно, и от него пахло спиртным. Чтобы развеять все сомнения, водители предложили пройти тест на алкоголь, на что тот с радостью согласился. 417. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль же нетрезвого водителя увезли на штрафстоянку. Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112.